Большое торжество состоялось в главном храме Чувашии. День тезоименитства отметил митрополит Чебоксарский и Чувашский Савати. За заслуги перед республикой архипастырь получил особую награду. В день памяти святых Зосимы и Саватия в Чебоксарах поздравляют главу Чувашской митрополии. Имя одного из этих подвижников, основателя Соловецкого монастыря Саватия, носит митрополит Чебоксарский и Чувашский. Призри с небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница Твоя. Праздник своего тезоименитства владыка Саватий служит в Введенском кафедральном соборе, самом древнем храме республики. Здесь прошло его детство, ведь его отец, протоиерей Геннадий Антонов, был настоятелем этого храма. Здесь же, в Введенском соборе, 34 года назад совершился и монашеский постриг будущего архиерея. Я, пока Господь даровал мне здравый ум и силы, и в дальнейшем постараюсь в первую очередь молиться о каждом из вас, которых вручил мне Господь Бог. И Господь, да не оставляет нас никого, да пребудем мы все вместе до самого последнего нашего издыхания. Это мое самое большое желание, чтобы мы единым сердцем, единым усты прославляли Бога. В этом году главе Чувашской митрополии исполняется 55 лет. В честь этой знаменательной даты владыка награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской республикой». Высокую награду вручил митрополиту Саватию глава региона Олег Николаев. Вы подаете такой очень важный, очень нужный пример тому, что вот именно духовная составляющая имеет очень важное значение для того, чтобы противостоять. Чувашия отметила большие заслуги митрополита в деле сохранения духовно-нравственных ценностей, восстановления Свято-Троицкого монастыря и строительства храма Рождества Христова в Чебоксарах, активную миссионерскую деятельность владыки. Зинаида Паршагина, Людмила Каяхова, пресс-служба Чебоксарской епархии для телеканала «Союз».